Ведьмак 2 — это эпическая история. Чтобы понять ее, не обязательно читать книги или играть в первую игру. Она и так будет очень интересна. Тема воспоминаний Геральта будет важна и во второй части игры. Ведьмаку предстоит многое узнать, иногда больше, чем ему хотелось бы. Довольно скоро он поймет, что далеко не всеми делами в прошлом он может гордиться. В нашей игре важно, что сюжет создают сами игроки. Мы хотим, чтобы они обдуманно принимали каждое решение, понимая, что у каждого варианта есть свои последствия, и что даже самые маленькие происшествия могут привести к значительным событиям. Именно поэтому мы ввели систему флешбеков. Они напоминают игроку, какова его роль в происходящем. О некоторых последствиях становится известно только через несколько часов игры. И именно в такие моменты игрок понимает, насколько важным было принятое им решение. В игре нелинейный сюжет, причем сразу на нескольких уровнях. Например, на эмоциональном уровне игрок выстраивает отношения между Ведьмаком и его спутниками, друзьями и всеми остальными, кто появляется в этой истории. Мы не хотим, чтобы игроки думали, что они должны соответствовать одному из архетипов, которые приготовили им разработчики. Мы не хотим, чтобы они вели себя как добрые или как злые, только потому, что игра заставляет их принимать однотипные решения, которые влияют на финал. Нет, каждое решение должно быть важным само по себе. Хотелось бы, чтобы игроки делали выбор только исходя из текущего положения вещей и учитывая возможные последствия. Сюжет Ведьмака 2 короче, чем в первой части игры, но это не означает, что нам нечего рассказать. История стала более глубокой и насыщенной. Учитывая возможности нового движка, мы постарались по-новому развивать повествование и вводить события в игру. Например, мы почти отказались от заданий формата ⁇ принеси, отнеси ⁇ но сама история стала гораздо более масштабной. Пока что мы не знаем, сколько времени занимает прохождение игры. Понятное дело, что мир «Ведьмака» и «Ведьмака-2» был описан Анджеем Сапковским, и было бы странно утверждать, что мы не имеем к нему отношения. Его книги являются для нас своего рода энциклопедией. Многое мы берем из славянской культуры. Я думаю, Стрыга — одно из самых интересных чудовищ в компьютерных играх. Разумеется, у нас есть ссылки и на другие европейские традиции, на кельтскую, скандинавскую, германскую мифологию, но славянская мифология все-таки преобладает. Ведьмак 2 ⁇ это большая самодостаточная история. В игру стоит сыграть, даже если вы не играли в первую часть. С другой стороны, существует механизм, позволяющий перенести результаты игры из первой части. Так что игрок сможет увидеть, как решения, принятые им в первой части, отражаются во второй. Например, отношение персонажей из Ведьмака к Геральту будет зависеть от того, чем окончилась та игра. В Ведьмаке два очень много героев, гораздо больше, чем в первой части. Это и персонажи из книжной серии, и из первой части, а также герои, созданные специально для новой истории. История во многом зависит от того, к какой группе примкнет ведьмак, как он будет поступать с теми или иными героями. Некоторые персонажи могут оказать значительное влияние на происходящее. Спутники ведьмака совсем не такие, как в играх BioWare, например, где вы сами определяете их развитие и действия. В нашей игре это независимые персонажи, чьей помощью вы при желании можете воспользоваться. Их действия определяет компьютер, но их присутствие в той или иной сцене может оказать влияние на разговор или решить исход боя. Самое важное в Ведьмаке 2 это его герои. Их судьба, их истории увлекают нас, развивают сюжеты, становятся все интереснее. Все элементы игры служат для развития истории. И мы решили, что если уж эротика занимает в нашей игре довольно важное место, к ней нельзя относиться как к мини-игре или к забавной штуке, которую добавили просто для смеха. Если в игре есть настолько сильные эмоции, они должны стать естественной частью сюжета. Для создания героев очень важны диалоги, и мы обращаем на них огромное внимание. Даже второстепенные персонажи должны быть психологически правдоподобными и эмоционально зрелыми. У всех свои цели и мотивы. Как мы постоянно подчеркиваем, у простых людей тоже есть свои истории. У них есть свое мнение. Они реагируют на ведьмака и его спутников, на поступки Геральта и на легенду, которая окружает его имя. И всякие реагируют по-разному. Некоторые очень эмоциональны, некоторые сдержаны, но даже тогда под маской спокойствия можно многое разглядеть. На этом у нас все и строится. Вообще-то я не думаю о том, предназначается диалог для фильма или нет, театральный он или книжный. Диалог либо хороший, либо плохой. Плохие диалоги пишет как бы сторонний наблюдатель, который потом распихивает реплики по персонажам. А вот хороший диалог идет изнутри героя. И чтобы написать его, совершенно необходимо знать и понимать героев. И в Ведьмаке 2 мы делаем для этого все возможное. В большинстве случаев у игрока будет сколько угодно времени на то, чтобы выбрать реплику. Однако в некоторых ситуациях драматургии и темп событий потребуют сделать выбор в течение нескольких секунд. Сюжет «Ведьмака 2» — это нечто совершенно новое. Динамичные интерактивные диалоги, яркие оригинальные герои, реалистичный взрослый мир и нелинейная увлекательная история — все это позволит каждому получить от игры массу удовольствия.